Итак, сегодня опять самокатерский контент подъехал. С нами два самокатера. Как видите, у них одинаковые скуты, да? У вас одинаковые? Да. Да, у них одинаковые скуты. Сегодня мы их научим чуть-чуть кататься. Да? Хотите кататься? Да. Да, хотят кататься, значит, будем сейчас учить. Ну, давайте начнем, что ли? Оператор у нас Ростислав. Здорово. Да, ну короче, погнали первое упражнение, наверное. Чувствую себя учителем. Черепашки, сила идет изнутри, и вы должны найти ее. А кто ты? Снимай меня, ты же оператор. Мы фибо будем делать? Конечно, будем когда-нибудь. Ну и первое, наверное, упражнение. Я не был учителем, правда. Давайте вы отсюда спрыгнете. Как нет? По одному. Прошу прыгать. Ну чё, народ, погнали нахуй! Ебаный в рот! Эй, я не смогу! Оттуда не всё ясно. Плохо. Погнал! Ну, смотрите, давайте сперва научим прыгать. Прыгать. Дай самокат. Память! Прыгать. Это не мой самокат. Так, давайте научимся прыгать. Берёшь и прыгаешь. Я паник не умею. Ну, вы поняли, как делать? Нет. Да. Давайте попробуем еще раз. Оп, вот так вот. Смотрите, сперва поднимаем переднее колесо, а потом как бы поднимаем весь самокат. То есть... Вот так вот. Вот у тебя более-менее. У тебя нолик получается. Ну вот, нолик получается, а паник нет. Ага. Ну, попробую еще. Вы должны прыгнуть вот так вот. Да. Давай, давай, пробуй. Это ноли. Подними переднюю. Он косу делает. Косу я умею. Чем это сложнее, чем топ? Или маленько. Давай, попробуй. No sleep, no rest. Might crash, might crash. Он умеет хоп. Теперь one foot. Вы хотите во флэт делать one foot или сразу дропать? Во флэт! Смотрите, one foot делать вот так. Если вы в этой стойке, то вот так вот. Если вы в этой стойке, то вот так вот. Не знаю, почему я не на своем самокате. Ну ладно, буду на своем. Красава. Вот так вот мы проводили наше лето. Катались практически каждый день нашей дружной компании. Нас уже почти 30 человек, так что двигаемся только вперед. Мы ж начинали там с двух человеков. Вот эти три ступеньки, это один из наших самых популярных спотов. Ну, там плитка, конечно, не самая лучшая, но трюки там бывали жесткие. Вот второй наш спот, это железнодорожная станция. Тут все время ездят электрички, опасно, экстрим. Гоняют нас там часто, но кататься там прикольно. Не знаю, зачем вообще нужен был работникам этот подкат, но нам он пригодился. Вообще, в Минск у меня получается выезжать очень редко. Но когда я выезжаю, мы с друзьями собираемся и катаемся. Вот, наверное, самое популярное место – это скейт-парк Столетово. Эх, нам бы в Заславль какую-нибудь фигурку, хотя бы одну перилку. Мы бы такие там трюки делали. Мы нашли кошачье дерево. Тут живет папа, мама и котенок. Знаете, кого напоминает? Этого чувака, блин, который очень популярен. Съемка видео запрещена. Камеру вырубай нахуй.
Камеру вырубай, мудила. Кстати, в конце этого лета мы закончили снимать фильм про школьников-призраков. Не лезь туда, оно тебя сожрет. Дебил, блядь. Она тебя сожрет, блядь. Я предлагаю ее скинуть. Казнить. А, ну давай. В принципе, можно. И что, тебе не больно? Нет, можно нет, казнить, я говорю, я могу. Я могу. Я потрогай здесь. Я говорю, я... А у него перчатки. Он намазал себе там чем-то. Я не чувствую. Ты двумя руками. Нет, чувствую. Ну что, у меня сегодня день рождения, вот, держи. Ну, с днем рождения. Так, тебе 11 лет, давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вы не поверите, но съемки проходили в настоящей заброшенной школе. Самой-самой настоящей. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Это типа к фильмам ужасов. Преграда прям такая. Ну блин, как же выбраться? Я вообще не понимаю. Опа. Эрик, у меня такой в детстве был. Стоп, это же у меня был стелс. О, у меня был точно такой же красный в детстве. Смотрите, ба. Как бы мы их все не выкрутили. Нас гримировали где-то 2 часа. Это было очень долго, но это того стоило. Нас сделали настоящими мертвыми школьниками. Как думаете, похоже? Напишите в комментариях. Я знаю, я сейчас у самого упоротость. Не надо, прошу, не надо. Роль у меня была великолепная. Нам надо было стоять и просто пугать учительницу. Начали. Полтора часа на 5 минут съемок. Поедешь в метро. О, как фингал получится. Хотя нет. Да у меня глаз болит. Вот после чего у него. У меня от грима глаз болит. Не может такого быть, что ты можешь? Как девушки ходят. Да вот именно, я не понимаю, как. Мне вот за сколько тут час, мне уже становится плохо. Это мой макияж. Мама, простуда. Я простуда. Гугл, смерть. И опять я в деревне, возле родного дома, сделал себе перилку из пару бревен и железяки возле сарая. И где кататься, сам не знаю. Прыгаю с единственного дома культуры. Гэпаю на проезжую часть. Ты что, дурак, что ли? Ты дурак! Итак, ребят, сейчас мы будем устраивать гонку. Смотрите, сейчас мы возле площади, она вот там вот. Ну, мы тут на 3 ступенях, и нам надо туда до Белмаркета. Сейчас мы разделимся на команды, каждый по 2. Я вот с моим оператором Ростиком. Они между собой распределяются. Кто я с кем? Я с Мишей. Все, вот так распределились. И сейчас я снимаю вот на такую камеру, которую я прикрепил к штанам. Сними, пожалуйста. Вот так вот держится моя камера. Ну и сейчас на счет 3. Ну, эту камеру я вырубаю. И сейчас на счет 3 мы поедем. Давайте отсюда стартуем. Всем на старт. Все готовы? На самом деле было очень трудно ехать и пытаться не трясти камеру, потому что она у меня шаталась, и стабилизации было ноль. Разломалась. Кстати, в Заславле есть только одна центральная улица, и мы вот за видео объехали весь Заславль, получается. Привет! Короче, меня все практически обогнали. Ты упал? Да.
Я вижу у тебя по башке. Это как ты? Я когда я в грязь заехал. Ну, меня все обогнали. У меня поломался штатив, как видишь. Да, у меня все трясется. Ладно, а мы поехали дальше. Да, экстремальные выдались гоночки. То ростик разложился, я попадал. Теперь мы придумываем план, как нам поесть скрытно. Потому что есть большой компании, у меня денег не хватит. У меня есть только покормить его. Потому что он у меня работает оператором. Не сейчас. Качественный оператор. Очень трудно ехать с камерой. У меня, во-первых, штатив поломался. У меня там кусочек в кармане лежит. А вот и конец Заславля. Ну как тут быть самокатером? Все, мы первые. Надо сюда было. Мы, наверное, первые. Я первый. Все, давайте. Так что мы первые, мы победили. Он упал, короче, в грязь. Классно. Вот так вот мы и проводили лето. Вот, смотрите, вот тут поставили. Вы очередью прыгаете. В Заславле 15 тысяч жителей. Это меньше, чем у меня подписчиков. Это очень классно, но уже не за горами 20 тысяч подписчиков. Я бы очень хотел добить эту цифру. Будет очень классно, так что, пожалуйста, подпишитесь. Будет очень много классного контента этой зимой. Мы уже запланировали, вот уже будем скоро снимать. Ну, а на этом всем спасибо за просмотр, за лайки, там, за подписки, я не знаю. Ну, за все. Удачи вам всем и пока. Лайк поставь. Подпишись на канал. Лайк поставь.